Смотрите, давайте еще все-таки вот посмотрим, что я вот сейчас смотрю, у вас списочек. Вообще поселок Сахновка в нем стоит. Нет, почему, чтобы переделать, это взяла черновой вариант, чтобы мне быстрее фамилии отмечать. Слушайте, нет, а где отмечать? Вот вы меня вписали в этот список. Нет, я впишу вас уже, когда сделаю. А если не впишете? Да потом, ну но... Этот список вообще 29.04 место проведения Сахновка. Ну что вы, подождите. Нет, должны быть регистрации не на черновом варианте. Должны быть разделы какие-то. А вы галочками отмечаете, кто пришел, да, получается? И вписываем еще. И вписываем плюс еще. Ну, вот 10 часов я уже начинается публичное слушание. Да, получается, да, ни одного, регистрирую. А кроме меня вписанного нет, все остальные идут по списку, да? Я правильно же понимаю? Я сейчас посчитаю, я же, видите, вот прибавляю. Не, ну вы кого-то еще вписывали ручкой, помимо меня? Одного человека. Меня? Нет, еще вот Колесникову вписываю. Остальные все по списочку, которые 29 апреля. Да почему? Ну это же просто перечень фамилий. Ну понятно.